Так, ну пришла мне посылка. Дефлегматор за 1290. Как мы видим, пришлось за пересылку заплатить 351 рубль. Общая сумма 1678 рублей. Отправитель. Вот такая вот посылка. Так. Адрес обратной отправки. Ну, сейчас мы ее вскроем и посмотрим. Рукой не очень удобно. Купон на 1000 рублей. Ну что, нормально. Больше ничего нет. Где флегматор? Даже этот хомут. Вот он, дефлегматор. Ну, сейчас вскрою, посмотрим. Так, ну вот он, дефлегматор, 20 сантиметров. Хомут с прокладкой, похоже, в подарок. Потому что на сайте там вроде бы не было. Трубки, если не ошибаюсь, 10 миллиметров. Вот, пожалуйста, дефлегматор за 1290 рублей. Еще можно приобрести у интернет-магазина самовара вот такой вот попугай за 900 рублей. Я его пробовал, видео уже с ним снял. 900 рублей попугай и 50-сантиметровый дефлегматор, 5-канальный, тоже от них, от самоваров. А вот этот дефлегматор от Градус Хаус. Долго я его ждал, но он пришел. Как бы так. Ну, в принципе, надо парить и пробовать. Сейчас, наверное, займемся этим делом. Так что вот, ребята, смотрите сами. Можно найти в интернете гораздо дешевле, чем у господ из алковара. Как бы так. У них дефлегматор 40 сантиметров стоит 3600. Этот дефлегматор стоит 3300. Длиной он 50 сантиметров. Плюс у него 5 трубок внутри. У алковара 4 трубки. И здесь то же самое. 1290. Вот она, квитанция. За посылку я заплатил 1678 рублей. 351 рубль. Это пересылка. И там почта еще сколько-то взяла за отправку денег Градус Хаус. Я думаю, нормальный дефлегматор будет работать.
Сварка, кстати, ничего, нормальная. И как утверждает производитель, здесь три перегородки. Ну, не знаю, посмотрим.